Чего вам не хватило на решающий матч? Не забили, могли забить побольше. Я мог выручить. Считаю, это я сыграл не очень хорошо. Мог выручить, помочь команде. Не сложилось, не получилось. Все хотели, все боролись. Команда достойна. Я был очень удивлен, потому что мы играли достаточно хорошо. И мне очень приятно находиться в этой команде с этим коллективом. Надеюсь, в следующий сезон мы выиграем этот кубок. Я надеюсь на это. Мне еще раз хочу сказать, что мне было очень приятно находиться в команде. И самые положительные эмоции. Это, я считаю, это лучшая команда, и она достигла только первого места. Чем ты говоришь, мог выручить? Когда ты мог выручить? Там, в какие моменты? В каждом голе есть ошибка вратаря все-таки. Где ты мог? В первом. Если разбираться, то найти можно массу ошибок. Поэтому у меня есть целое лето, чтобы работать, исправлять это все. Несмотря на то, кто что говорит, я буду работать, стараться завоевать первое место вместе с командой. Будем работать. Трудно входить вот так прям с листа, входить после дня чемпионата мира, такой прям сильный матч? Ну, как поначалу приехал, было тяжеловато. Освоился, команда помогла, все поддержали. Вот. Ну, еще те эмоции, конечно, присутствовали в голове, все-таки там тоже сыграли недовольно хорошо и, получается, тут проиграли. Всю жизнь не бывает, нас закаляет, поэтому я уверен, что следующий год мы выиграем, победу будет делать. Ты где видишь себя в следующем году? В ЦСКА, в Красноармии, здесь. Квартально он разговаривал уже на тему своего будущего? Нет, я даже с ним еще вообще не знаком, я не знаю вообще, что в следующем году будет. Но есть надежда, что будут подтягивать первой команде? И... Смотря как я себя проявлю, хорошо буду подтягивать. Плохо, не буду тут. Зависит все только от меня, только от меня. А ты летом в какую-то школу поедешь, да, занимаешься ротацию куда-то? Или... Ну, сначала отдохну, буду сам заниматься. Все-таки потом уже сезон, начинается подсезонка тут. Поэтому вряд ли куда-то поеду, буду сам готовиться. Спасибо. Получается, вы вернулись в мир.